значит, зашли через парадную. Мы сейчас идем как раз-таки с нашими друзьями. Вот Жека. Жека вообще очень-очень-очень удивил. Попытаюсь идти и хорошо снимать. А то, блин, эта штуковина почему-то иногда делает всякие непонятные вещи. Вот. Пробираемся в атмосферу фаерщиков. В общем, огненные ребята. Острые. Возможно, даже вам удастся что-то посмотреть на крыше. Вообще ништяк. Так что это наше новое место ночевки. Все. Снимаем. О-о-о. Темнота. Темнота. Ой. Калинка, малинка. Малинка моя. Ну? Арт-хостел-то мы нифига не снимали. То есть просто хостел. Вот так вот. 3 дня и вообще ни одного видео. Это потому что мы не удаляли старое, поэтому не смогли снять ничего. О! Ну-ка, ну-ка. Там он, короче. Это тут? Нихера себе, куда мы попали. Мы, короче, попали в новое креативное пространство. Запахи! Новые запахи! Либо мне под массаж чисто под палатку, либо, ну, либо небольшое пространство какое-то. Что происходит? Вообще без понятия. Это гости нашего города. Привет, гости нашего города. Я Маша. Мы Ряба и Мурка. Ух ты. Так, на немножко прервемся. Это